Добрый день. На сайте SSPrint вам необходимо зарегистрироваться. Для этого необходимо нажать кнопочку «Регистрация». И в открывшемся окне необходимо заполнить эти позиции. Вводите свое имя, свой действующий e-mail. Этот номер трогать не надо, его заполняет система. И вводите вот эти английские буквы в это поле. Нажимаете кнопочку «Продолжить». Дальнейшие ваши действия. Вам необходимо ответить на правильные ответы. Ответы эти, чтобы ответить, необходимо прочитать вот эти правила. Вот. Но также можно чисто логически на них и ответить. Первый вопрос. Кто несет полную ответственность за содержание и возможный вред от рекламы? Рекламодатель. Что произойдет с аккаунтом, если не посещает больше 60 дней? Аккаунт будет удален. Разрешено ли использовать вспомогательные программы? Запрещено. Разрешено ли создавать более одного аккаунта? Запрещено. Может ли рекламодатель вернуть обратно денежные средства? Нет, не может. Если аккаунт удаляется или банится, баланс обнуляется. Что следует делать, если вас не устраивают правила проекта? Покинуть проект. Когда ответили на эти вопросы, нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Вам показали вот такое вот поле. Будьте добры, обязательно эти данные все запишите. Это ваша действующая почта, вы ее знаете. Но вот этот пароль и пин-код, они больше нигде не повторяются. Поэтому после открытия этого поля, возьмите ручку, бумажку или в компьютерном виде, запишите свой пароль и свой пин-код. После того, как вы записали, можете смело нажимать кнопочку «Вход». Провести процедуру входа. Ввести свой e-mail, ввести пароль, который вы только что получили, и ввести код. Вот код вы видите перед собой, вводите в это поле. После ввода данных нажимаете кнопочку «Войти». После входа вы попадаете на главную страницу сайта. Следующее ваше действие, которое необходимо выполнить, это перевести свой статус из прохожего в рабочий. Статус видим в этом месте. Ваш ID, ваш статус. Здесь должно быть написано слово «рабочий». Для изменения статуса с прохожего в рабочий необходимо войти в свой личный кабинет, нажать кнопочку «Мои личные данные». После нажатия кнопочки вам необходимо, вы попадаете на новую страничку, и вам необходимо заполнить все эти данные. Вводите свой e-mail, номер мобильного телефона, имя и так далее. Вводите свой номер счета, либо это Яндекс.Деньги, либо другой. Вводите пин-код, который вы записали себе на бумажечку. И нажимаете кнопочку «Сохранить изменения». После нажатия этой кнопочки у вас должен измениться статус. Здесь должно быть слово «рабочий». После изменения статуса вы можете непосредственно переходить к заработку. Серфинг, чтение писем, прохождение тестов и выполнение заданий. Все, благодарю за внимание.